Всем привет, друзья! Посылочка приехала. Значит, здесь должен быть Silicon Power, внешний жесткий диск на 2 терабайта. Диск, по словам клиента, не падал, просто сам по себе перестал работать и издает, говорит, какой-то писк неизвестный. О, как упакован. Так. Посмотрим. Такой вот старенький уже хардик. Давайте подключим, глянем, как он именно пищит. Шнурок короткий. Но определился сам карман. Хард действительно не раскручивается. Давайте разбираться, что с ним. Неприятной для меня новинкой стало то, что все-таки внешний жесткий диск разбирался до меня другими мастерами, потому что я еле разобрал корпус, кто-то его обильно смазал суперклеем, еле поэтому разобрал, хотя там достаточно плотные защелки, можно было вообще не пользоваться клеем. И также вы видите, что сам жесткий диск тоже разбирался, и уже какие-то надписи появились, буковки и наклеечка с номером, видно, какой-то дата-центр его чинил, открывал, или какая-то мастерская. Вот что такое клин мотора. Подключаем и пытаемся сдвинуть его с места. Видите, не хочет запускаться, подергивается. Сейчас питание на него перестало поддаваться, сейчас свободно. Опять берем, включаем. Вот он жестко идет и его клинит. Вот. Этот двигатель сгорел.